начале 2000-х годов «Клон» увидели миллионы. Этот сериал полюбили, его с удовольствием смотрели не только из интригующего сюжета, но и благодаря безупречной игре актеров. С момента выхода картины на экраны прошло уже около 20 лет, но любители «Клона» до сих пор вспоминают красавицу Жади и ее любимого Лукаса. «Клон» объединил не только увлеченных восточными играми зрителей, но и самих исполнителей главных ролей. Как это было? Гордая Жади и нерешительный Лукас. Молодая актриса снималась в кино еще в начале 90-х, но истинную популярность ей принес «Клон». Это неудивительно, ведь за судьбой гордой мусульманской девушки наблюдали жители из 90 стран мира. До съемок актриса была замужем за давним возлюбленным, но с началом съемок все изменилось. Между главными героями разгорелся бурный роман. Отношения укреплялись с каждым днем, а в 2005 году Джованна родила Мурилу Бенисио сына. Увы, отношения долго не продлились, и вскоре пара рассталась. Судьбы Мурилла и Джованны разошлись. В 2007 году Джованна снова влюбилась и окончательно развелась с Мурилла. По словам актеров, у них сохранились теплые, дружественные отношения. По словам актеров, у них сохранились теплые, дружественные отношения, основанные не только на любви к общему сыну, но и на взаимном уважении. Как и на экране, так и в реальности пара выглядела великолепно. Очень жаль, что они не сумели сохранить свои отношения. Впрочем, так и хочется сказать словами из сериала «Клон» «Мактуб». Так было суждено. Вполне возможно, что их отношений могло и не быть, не будь съемок. Романы на съемочной площадке – дело практически обыденное. А ведь самое сложное – распознать разницу между страстью, влюбленностью и истинной любовью. От этого зависит будущее многих семей. А вы как считаете? Делитесь своим мнением в комментариях.